Nokia 5220. Замена разъема заряда. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 5220». Разъем заряда в данном аппарате чаще всего выходит из строя по причине механических повреждений. Классический случай поломки разъема заряда – это падение телефона, стоявшего на зарядке. Пинцетом извлекаем разъем заряда из корпуса телефона. Новый разъем заряда устанавливаем пинцетом на место старого. Все. Разъем заряда заменен.